Всех приветствую, дорогие друзья! С вами снова Кусок Зайца, и сейчас мы немножечко поиграем в игрушку Universum. Эта игрушка у меня приобретена достаточно давно, уже года полтора как. Но руки у меня все до нее не доходили, и сейчас я расскажу, что это за игрушка. На одном из стримов я ее показывал. Игрушка чем-то похожа на Black and White, и чем-то похожа на спор. Ну, она больше похожа на Black and White. Поэтому мы сейчас в нее немножечко поиграем. До максимального развития будет несколько серий. Что-то меня потянуло на подобного рода игры. Честно говоря, у меня есть в планах играть в советы и ресурсы. Но там настолько все сложно, что я пока что там разбираюсь. А вот здесь можно спокойненько отдохнуть. Ну что, давайте заценим. Вот, все достаточно сильно поменялось. Раньше просто создавался мир, а сейчас есть возможность создать наггетсов. Давайте вот... Не, давайте вот таких вот сделаем красивеньких наггетсов. Да. Так. О, Нагнорис. Нейтральный. Ага. Это открывается. Это открывается у них всякие плюшечки. Да? Чпоканатор. Ужас. Ужас, чпоканатор. Это всех чпокает. Ну, не чпокнешь, не проживешь. Да. Так. Стихийные бедствия... Поставим случайно. Нападение диких животных случайно. Давайте все случайно. А, регенерация точки создателя. Ну что, поехали? Не забудьте запастись едой на зиму. Обязательно. Обязательно. Wake up. Wake up, Creator. This is the beginning of your story. It starts with nothing. Бляха. Nothing but an infinite void. Субтитры английские. Ну вы даете. Ну, короче, тут и так понятно. Мы типа создатель, и мы должны создать вселенную. Да будет вселенная. And so the universe sprang into being. Worlds filled with endless potential. Мы создали вселенную. Потенциально в этой игре разработчики обещают, что можно будет селиться на нескольких планетах. And while most were doomed to drift among the cosmos barren and alone. Так это не наша планетка, это потенциально, на которой можно будет селиться. These few planets soon became home to the greatest phenomenon of all. На этой тоже можно будет селиться. Life. However, life is a peculiar thing. It comes and goes as swiftly as a bit of space debris burning up in an atmosphere. Позитивненько. Позитивненько. A creator's purpose was always that of an observer. Там черепашка погибает. The fleeting beauty of life's beginnings and ends. Yet this balance could never last. The issue with allowing a species to evolve into черепашку спасите. Черепашка перевернулась. For life to have a better chance of succeeding. It needs a helping hand. Ah, here we are. Welcome to Mother Planet. This is a rare sight. For it came to be that there was day and night. Warmth and cold. And water to flow through the planet's veins. Такие эффекты воды. Смотрите, красивые. Rich with minerals,
which gave rise to a thick blanket of green. The perfect ecosystem was formed. О, песочек. It is no Пляж. Wonder, then, why life has chosen to inhabit it. A new species has been born, and they need guidance. This Но... is your purpose now. В принципе, очень красиво. Очень красиво, но игру разрабатывают капец как долго. Так, нам надо расположить центр нашего поселения. А где же он будет, этот центр поселения? Так, давайте здесь. Здесь есть прекрасный водоем. Также леса и горы, и все прекрасно. А, вращать можно. Ай, вах! Вах, как круто! Эпик-центр, да. Take a look at your new subjects. They're called nuggets. Largely because of their body's apparent inability to keep itself. Построили из какашек и палок. Adahi and Elu, the architects of their species. Чтобы увеличить скорость игры, нажмите. Everything that Nuggets will ever know or achieve. А вот вижу скорость игры. Примитивные инструменты, как цветасто, а? Красивая оберточка, конечно. Так, исследование. Давайте поставим исследование. Исследование сделали, по-моему, до космической эпохи, да? Ой. Шлёп-шлёп. Да, до космической эпохи. Ракеты Земля-воздух. Аэрокосмическая техника. А, скоро выйдет, я понял. Воздушное пространство. Ну, будет чем заняться. Хотя, насколько я помню, исследование очень быстро тут идет. Так. Значит, что нам надо? Огонь. Немногие открытия настолько же важные, как и открытие огня. Свет в зданиях. Давайте огонь. Пук. Да. А, очередь исследований есть. Хорошо. За огнем мы возьмем кожаные ведра. Как бы это ни звучало. Оказывается, ага, лозоискатель, ага, ага, дровяная печь, кухонная утварь, значит, а тут драгоценный ресурс, угу. Примитивный набор для добычи. Для добычи чего? Рыбалка. Рыбалку. Значит, примитивная кулинария. Сохранение питания, масло. Вот так. Кожаные ведра. Пока хватит. Пока я думаю, нам хватит. Так. Ой, как мелко. Ну, ладно. Все равно. Вот это вот мне нравится. Вот это вот мне просто. Ай, красота. Ай, вот прям вот. Вообще, смотрите. Вообще красота. Это что за пукинь-метеоритик? Для исследования. Your civilization grows stronger with every item you research, creator. Так, погоди, я свою цивилизацию потерял. Минус в том, что я не помню где. Я помню где, я не помню. Я склеротик. Вот так вот, заяц-склеротик. Где-то
Вот тут вот должно быть. Погодите. Помогите! Я потерял своих наггетсов. Пацаны, вы где? Дайте знак. Вон киты плавают. Ребята, знак. А можно как-то... Вот это вот разрабам по шапке надавать. Если вы потерялись. Ага. Лететь домой. Класс, а как лететь домой? А, вот home, все. Ура! Я нашел, как лететь домой. Ой, как красиво мы прилетели. Вот. Так, давайте... А что ты хочешь? Что ты хочешь, Чувырла? Help, hello, что? Мы не хотим звучать так, будто жалуемся... Нам тяжело делать всю работу только двоим. Угу. Так. Ну, тут должно быть что-то гнев, влияние. О, вот. Купидон. Nuggets are all unique to one another. Although there are some things that are shared between nuggets, these include the need for certain essentials like food. Жарьтесь и размножайтесь. Over their heads and an occasional nap. They want to learn, discover and create. Давайте. It would all be quite inspirational if they also didn't happen to be the species that initially thought their shadows. Чпохин. Is this something you enjoy watching? У кого-то чпохин происходит. Ай, карамба. Так, что у нас тут? Архив. Класс, архив. Вот история творится каждый день. Твари жарятся. Даже не это самое. Oh, would you look at that? A little baby nugget. Aren't they adorable? Быстро вы. Don't get too attached, though. Шо опять? Изо всех сил пытаемся с... имена наших малышей. Назвать. Стик. Давайте сок. 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 Не стик, а сок. Так. Это все классно. Это все замечательно. Так, тут они что-то делают. Представьте, в такой древности зубы портятся, все, ты болеешь. Если... Капец. Я честно, я в шоке. Как хорошо, что мы живем в достаточно, можно сказать, хорошем уровне развития. Потому что я вот себе представил такую вещь, как выпадение зубов и все остальное. Это дичь. Подходит к тебе такая симпатичная бабенца, у которой сиськи, жопа все на месте, улыбается, а там забора нету. И это капец какой-то. Так, ну что? О, двое детей. Стоун, камешек. На камешке зачали, вот и камешек, да?
Так, значит, строительство. Что мы можем построить? А ничего мы не можем построить. Собственно, все закрыто. Достаточно все закрыто. Что это? А, легендарное строение. О, как. Ну, пока что давайте увеличим скорость. Мне вот что нравится, плавненькая камера, очень плавненькая, так прям красивые облачка, смотрите, ползут. Все очень красиво, плавненько сделали. Рыбалка, исследование завершено. Замечательно. Это превосходно. Еще бы что-то можно было делать, а не только наблюдать. Ну, хотя это симулятор бога, мы тут боженька. Телекинез. О, телекинез. I hope you've been working on your beach body. You're not going to spend another summer just lazing around, тапочки. But... Лето уже тут. Лето. Ах, лето. Давайте. У них тапочек-то нету меховых. Так, знаете что? Так, запоминаем. Вот тут. Где-то тут было то, что нам надо притаранить. Вот оно. Значит, надо взять телекинез, вроде как. И как мне это сделать? Нифига. Ладно, по боку. Еще сделаем. Так, примитивная кулинария. Замечательно. Примитивная кулинария у нас изучилась. Значит, вот. А, столовая и рыбалку. Так. А здесь рыбка есть? А рыбка у вас есть? Тут что-то непонятное. То ли медуза, то ли еще какая-то дичь. Ну, допустим. Did you know that some fish can be eaten raw? However, if it slaps you once or twice across the face, you know it's not quite ready for consumption yet. Киты-то тут точно есть, поэтому... Поэтому рыба будет. Раз киты есть, значит и рыба есть. Медузы точно. Изучение водохранилища. Так, значит, водохранилище, это что у нас? Архив. Я все забываю. Вот, водохранилище. О, а смотрите, потенциальная улочка. Во как. Водохранилище. Так. Давайте посмотрим, что еще мы можем тут как бы что-то как бы это. Рыбалка есть, складские помещения, шаманизм, шаманидзе, кладбище. Угу. Значит, лозоискатель, шахта, кухонная утварь, дровяная
Очистка металлов. Ага. Ага. Ну, значит, вот так. Поехали. Значит, поехали. Что у нас тут получается? Где наши тут чпокеры? У вас что, дети повзрослели? А, да, у нас четыре тела. За значками над зданием. Ага. Я понял. Погоди. Ага. Добавить наггета. Ага. Никакого образования. Ну так нет образования. Все путем. А, значит, ты кто делаешь? Пацан. Here, I thought that building was just a decoration. Давай вперед. Вперед. Кожаные ведра. Че, воды нету тут? Вода везде. Отлично. А это что? Жилое помещение? Нифига вы. Так, давайте приоритет. Так, а у тебя что? Моего друга никуда... Не было приятного лица, но в последнее время оно почему-то выглядит хуже. Ага. Another victim of filthy lake water. Build some more wells. Так. Пора применить походу хилку. Так, погодите, я не понял. Погодите. Что за лажа? Что за фигня? Чё ты? Heal the nugget, creator. I can't bear to watch someone be sick. It makes ну my inside turn. Красавцы, а я, блин, вот прям. Right up. А я прям не понял, да, что восстанавливать надо. Ага. Так, что ты хочешь? Угу. Ты ловишь? Сок, ты ли это? Да, ты, а что случилось? Почему? Я не понял, в чем дело. Сок. At this rate, your civilization will be heading не, to the stars. Я не понял вообще. Let's hope it survives. Что за лажа?
Рыбацкая хижина. Ну, все правильно. Рыбацкая хижина, она должна ловить рыбку. Угу. Так, тут на что храм? Угу. Дождик идет. Так. Водохранилище изучены. Угу. Я не могу понять, что за лажа тут. Тут вода, вот она, вода. В чем проблема? Бред. Просто бред. Так, храм. You look a little confused. Don't worry, I expected as much. I know you have questions, but you'll learn everything in time, on your own, without bothering me. Чё случилось? А, он воду пьет. А чё, кожаные ведра не канают, нет? Ага. Для ваших самородков класс. Шикарно прям вообще. Вот-вот. Так. А тут как? Ну вот оно. Точно так же тут стоит. Все правильно. Так, тут что у нас? Угу. Столовка. Столовая в стародавние времена. Нормально. Замечательно. Стройте столовую. Карамбушки. Так, а точно не знает разницу между натуральными источниками родниковой воды и грязной водой? Ну, походу, не знают. Угу. Значит... Что делаем? Так, а есть у нас тут какой-то список? Угу. Так. It's both a blessing and a curse. Угу. Все вроде норм. What a vibrant and diverse world, creator. Чпокайтесь. Что опять? Опять кому-то плохо? Чё вам всем плохо-то, а? Ты
Да, разрушить. Блин, я честно, я в шоке. Так, чё тут? Что-то долго. Исследование идет. Давайте ускорим. Ускорим. Угу. И воды нету. Ну, есть снег. Зима. Зима красиво, кстати, выглядит. А домики есть вообще? Это вообще архив. Аэропорт. Ну, классно. Аэропорт. Так, это что? Аллея античности. Вот. Прям аллея античности. Вы на приколе. It's an illusion, a simple trick. Go ahead, take a closer look. Ой, как красиво. Вообще зачетно. Водяное колесо. Отлично, водяное колесо. Так, теперь очистка металлов. Угу. Ратуша. А, здесь у нас складские помещения. Угу. Похоронные обряды. Божье наказание. Календарь. Ратуша. Министерство воды. Система кранов. Шаманизм. Давайте вот это. Затем шаманизм. Затем древнее погребение. Ратуша. Повар и пестик. Раствор и пестик. Пестик. Медицинский диагноз. Сельское хозяйство. Охота. Ну, охота потом. Давайте сейчас что-то сделаем. А что мы сделаем? Боже, спасите черепах. Они не приспособлены для этого, для этой погоды. Это же я тут, боже. Ну, извините, черепахи. Во, домики. Ой, семьи. Тут все прям... Прям вообще, прям смотрите-ка. И чпокаются. Ну не молодцы ли? Молодцы. Чпокайтесь. И чем больше, тем лучше. Вы че не чпокаетесь? А... Стоп. Так, погоди. I can't say I'm a fan of nugget delicacies. Так, погоди. Should keep everyone relatively alive and happy. They do seem to brew some interesting beverages, though. Apologies. Interesting idea. Poor execution. Правильно. Иди сюда. Стоп. Чпокни здесь. Давайте. Да будет чпок. Engineers pour their blood, sweat, and tears into the buildings they construct, and now you're just letting them all collapse. Tsk, tsk. Эму. Страус, Эму.
Не трогать. Не за него. О, пошла жара. Ух, жарень. Так. Пошла жаренька, а ты-то тут молится. Молодец, молись. Твои молитвы — это круто. Не спошлю на вас свою Божью благодать. Блин, пацаны. Заряд радости бы вам туда. Да у вас и так с радостью все классно. У вас и так с радостью все офигенно. Идет есть. Так. Погоди, погоди. Стоп, стоп, стоп. Нам надо их всех попереть, это самое. Ты вообще где? Вот. А где у нас сок? Вот. Погодите. А там все. Стоп. Блин, да вы на приколе? Они лес рубят с такой скоростью, что я за ними не успеваю. Во. Давай. Во. Пошли жариться. Во, все, две пары готовы. Сейчас тут детишек понаделают. Будет классно. Так, сейчас у нас шаманизм. Шаманидзе будет изучено. О! Хижина инженера. Для всех инженеров нагидов содержит в себе для починки структур. Починка. Things are beginning to look green and happy again. Let's take a Ура! Весна! Вот мы и дожили до весны, дорогие друзья. Так, что сейчас делать? Так, дом надо починить. Вы там все еще любите друг друга? Там не залюбили друг друга насмерть? Так. Угу. Замечательно. 5 нагетов. Любят друг друга. Красавчики. И опять любят друг друга. У вас причинные места не стерлись? If I didn't know any better, I'd say you were trying to catch up peak. По-моему, у них причинные места просто напрочь стерлись. По крайней мере, это так и действует. Когда слишком много, прям счастье начинает надоедать. Так. Ну, это, конечно, все кролики. Просто кролики. Так.
повысим его продуктивность. Отлично. Buildings are grinding to a halt without water. У меня другой вопрос. Build some more water pumps before it's too late. Как воду добывать? У нас есть кожаные. А, вот водяная помпа. Hmm, I can see how that research could be useful, creator. I'm picturing nuclear waffle irons, or maybe some kind of automated backscratcher. Stop me if I'm wrong. Угу, водяная помпа. Хорошо, отдых, оборона, производство. Угу. Это батарея. Это совершенно другое. Водяная помпа. В древности водяная помпа. Ети же пассатижи. Ребят, приоритет. Давайте, 21 камень. По-быстрому. Туды-сюды. Давайте. Вон бабочка летает, она вам поможет. Угу. Угу. Давай. О, 9 древесины. Все, камушки пошли. Шо у тебя такое, я не понял. Камней сюда натаскайте. Давайте еще 10 камней. Ладно, не 10, меньше. 5. Давайте. 5 камней, и помпа будет готова. Во, теперь строить. Молодцы. Ратуша исследована. Сейчас все будет. Давай. This water pump system is rather advanced for such a young civilization. I mean, sure, it's built out of rocks, wood, отлично, and a bit of string, but impressive nonetheless. Отличнисимус. Водичка пошла. Во. Вода пошла. Все замечательно. Класс. Плюс 21. Че? Угу. Ну, вроде. Хижина инженера. Священник рабочий. Давай ты у нас будешь инженер. Ты меня называла. Ooh, that wound is a bit nasty. I've never seen such a clumsy species. Что before, у тебя? Creator? Хорошо, так это не чрезвычайная ситуация. Мне просто нужно было привлечь ваше внимание. Это был единственный способ сделать. Мое сердце разбито на куски. Мой любимый сбежал с какой-то... I sure. Like this nugget. He reminds me a bit of my younger self. Straight to the point and quite murderous. Let's help him out. Паши как конь. Как Ксения Собчак. Твой любимый сбежал. Твой любимый...
Перестройка. Перестроечка такая. Так, что ж мы тут будем делать? А ничего мы не будем делать, они сами все делают, как бы, но очень медленно, на самом деле. Чрезвычайно медленно, и это мне не очень нравится. О, сельское хозяйство. Замечательно. Так, сельское хозяйство. Что нам дальше? Календарь нужен, потому что сельское хозяйство без календаря это не то. А, складские помещения. Охота. Министерство воды. Угу. Ага, дозорные вышки. Ага. Большие мышцы. Очистка материалов. Угу. Угу. Очистка материалов, давайте. И дозорные вышки. Так, ну это уже в следующей серии, дорогие друзья. В этой серии мы как бы все наши полномочия вот. Все, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся, пишите, жмите. Давайте, не болейте, не скучайте. Пока-пока. Бип-бип.